Это новости Прима. Мы продолжаем. Новый фигурант появился в громком деле о торговле новорожденными детьми. Заместитель главврача перинатального центра подозревается в халатности, которая привела к продаже малышей. Следствие установило, что в 2020 году роженицы в медучреждении после выписки оставили без попечения 14 детей. О них замглавврача должна была сообщить в органы опеки, но, по версии силовиков, она этого не сделала. В итоге подчиненные ей медики передали новорожденных не законным представителям, а постороннему человеку, который предоставил доверенности от граждан Китая. Заместителя главврача подозревает в небрежном и недобросовестном отношении к службе, которое привело к купле-продаже детей.